Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В среду в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, температура днем плюс 4, плюс 6, ночью 1-3 градуса тепла. Ветер северо-западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, но без осадков. Днем плюс 6, в темное время суток плюс 3 градуса. Северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и небольшой дождь. Днем плюс 5, ночью 3 градуса выше 0. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно возможен небольшой дождь. В дневное время плюс 5, ночью 3 градуса выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.